На склонах Аибги уже установился хороший снежный покров, так что все 27 километров трасс открыты. В канун новогодних праздников здесь встретили уже полуторамиллионного гостя. Им оказался Михаил Часов. Вместе с женой он приехал из Якутии. На этом курорте супруги отдыхают уже второй год. Здесь очень все хорошо. Комфорт, обслуживание. Мы считаем, что... Почетному гостю вручили сертификат на бесплатное недельное проживание в апартаментах курорта на две персоны, а также скипас плюс двухчасовой мастер-класс от профессиональных инструкторов. Как рассказывает Михаил, кататься на лыжах они могут и в Якутии, но сейчас там минус 50, а в Сочи нравится мягкий климат. Не первый раз на курорт приезжают и другие туристы, а для профессиональных спортсменов горки город стал еще и тренировочной базой. Александр Ильин на склонах готовится к чемпионату мира по фрирайду. В рейтинге отечественных сноубордистов он занимает одну из лидирующих позиций. Горки город позволяет мне кататься. У меня дисциплина называется фрирайд. Вне трассовое катание. И здесь очень хорошая эрия для катания. Вот сами, если будете сегодня снимать под съемы, увидите, что очень много территорий для катания. Очень интересное катание здесь. Очень насыщенное. И для прогресса, для моего в частности, оно очень важно. Уже несколько дней на курорте работают московские скульпторы. Из снега они создают огромные фигуры. Это персонажи русских сказок. Работы этих мастеров уже покорили жителей Канады, Швеции и других северных стран, где проводятся крупные фестивали снежной скульптуры. Говорят, если погода позволит, работы простоят до конца зимы. В целом праздник прошел под знаком удовольствия на самом высоком уровне. Касается ли это спорта, развлечений, еды или напитков. В минувшие выходные здесь открылась и главная ярмарка, которая будет работать до конца весны. Купить продукцию местных производителей можно, не спускаясь в Сочи. На торговых прилавках есть практически все. Рождественские пряничные домики, меховая одежда ручной работы, местные специи, самый северный в мире чай и, конечно же, целебный горный каштановый мед. Это экзотика нашего Кавказа, потому что каштановый мед растет у нас только на Кавказе, съедобный на юге Франции и в Испании. Он, во-первых, очень богат кальцием, повышает гемоглобин. Впервые в горах Красной Поляны появились и детские аттракционы, и карусели. Площадки для всей семьи находятся в верхнем и нижнем городе, а также на каждой ступени высотного курорта. Главный праздник курорта состоялся, высокий зимний сезон открыт. Теперь трассы для катания будут доступны до конца мая, пока это позволит толщина и качество снега. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.